404 за авторством Адам Сандл. Как обычно, они пытались все замять, замолчать, как еще объяснить то, что почти два десятка лет никто никому не попытался даже сообщить, что-то предпринять. Я понял это уже спустя много лет, когда засекреченная некогда инфа попала к кому-то и разлетелась сарафаном. Наверное, стоит начать рассказывать по порядку. Не знаю, как лучше, да и как-то уже похуй, если честно. Не уверен, что кто-то это прочитает, просто хочется выговориться напоследок. Ладно, попробую начать. Я родился и вырос в маленьком городке где-то на задворках родины. Сам регион тоже представлял собой ебеня, несколько отдаленный от цивилизованных столиц. Как говорил кто-то популярный в годы моей юности, я это к чему? Весь регион был плюс-минус на одном уровне. Просто мой городок был чуть больше окружающих его поселений и имел некоторые бенефиты вроде относительно оборудованных больниц, ТЦшек и отделанного сайдингом здания администрации, что и делало его неким райцентром. Именно это впоследствии продлило мою жизнь, что я тоже понял далеко не сразу. Началось все в далеком 1962 году, тогда даже не родились мои родители, но уже было отправлено радиотелефонное сообщение. Долгие годы после ничего не происходило, по крайней мере со стороны простых обывателей, коими и являлись большая часть жителей нашей скромной зеленой земли. Небольшое отступление от темы, что вы знаете о пропажах. Не топливо в ВЧ, не миллионов рублей в выделяемых бюджетах, не дешевого пива, не колбасных нарезок с сырками в супермаркетах, а людей, обычных самых разных людей, но по всему миру. В свое время я тоже читал пасту о разговоре с якобы знакомым ментом, где какие-то тысячи пропадают в год. Кого-то находят, а кого-то нет. В то спокойное время я увлекался всякого рода мистикой и конспирологией и увлеченно поглощал различные обсуждения на несколько сотен постов по теме. Если вкратце, не найденные люди как только не объяснялись, провал в другие измерения, параллельные вселенные разного рода нёх, заговоры спецслужб, аномалии, инопланетяне, всякого хватало. Я поглощал и треды на отечественных имиджбордах, и Reddit, и 4chan. В большинстве случаев знания языка хватало, спасибо школе с английским уклоном. Где-то были популярны аномалии в лесах, где-то некие гоатмены в общественных парках, где-то жуткий криминал. Но все это было одинаково мифологизировано, бездоказательно и интересно. Но так уж получилось, что реальность оказалась немного отличной от всех этих теорий. Впервые я всерьез задумался об этом всем, когда пропала пара знакомых людей. Сначала знакомый, который сидел со мной в одном офисе, и с которым за 3 года работы мы подружились, а потом и подруга детства, с которой за все время прошли кучу всего и могли делиться, да и делились абсолютно всем, но при этом могли общаться то днями напролет, то пару раз в месяц, и всем было комфортно. Ладно, лирика это все. Первым пропал Максим, коллега, он просто не вышел из больничного. Жил на один в бабкиной квартире в центре города. Взял больничный на неделю и спустя пару дней перестал выходить на связь. В нашем тесном и, безусловно, очень дружном коллективе было, как водится, несколько чатов, рабочий и неформальный, где все просто флудили или делились мемами. Когда Макс перестал отвечать спустя пару дней, никто не придал особого значения. Болеет же человек, мало ли что. Когда на следующей неделе он так и не появился ни в офисе, ни в чате, это уже беспокоило. Ему пытались писать, звонить, но безуспешно. К концу недели, когда начальство уже подумывало его уволить, удалось связаться с его родителями. За выходные они попали к нему в квартиру, где нашли протухшие макароны по-флотски в сковороде на плите,
холодный чай в окрашенной изнутри в чайные цвета кружки и незаправленную постель. Были и другие детали, конечно, но если в общем, судя по слухам, ходившим в курилке и кабинете, выглядело все так, будто он встал, разогрел завтрак и куда-то пропал, не притронувшись к еде, объявили в розыск, смотрели ближайшие камеры, даже биллинг, что, если честно, было редкостью в нашем захолустье, но ничего не нашли, никаких следов, как и в мотивах. Судя по камере у подъезда, на улицу он не выходил, телефон лежал дома разряженным, как сквозь землю провалился. Спустя неделю-две после пропажи Максима его задним числом уволили. Со временем все стали забывать об этом случае. И я, хоть меня и тревожила странная пропажа приятеля, в том числе обсуждения между коллегами и с близкими Макса, тоже быстро сошли на нет, так как никакой новой информации не появлялось. В один из дней я услышал похожую историю от одногруппника о том, что работал у них на заводе «Сирота один». Парень неплохой, но угрюмый. Общение с коллективом складывалось не ахти, но работу свою работал усердно, старательно, потому претензий особых никто к нему не имел. Звали его то ли Гриша, то ли Гоша, но обращались все к нему Жорик. Даже случись ему заболеть, все равно выходил на смены, стараясь сделать свой минимум. Короче, почти образцовый сотрудник. Так вот, в одну из таких больных смен он пошел на обеде куда-то за территорию завода, никому ничего не сказав. Никого это не удивило. Он и раньше мог отойти поесть домой или в аптеку, или еще по каким делам. Не было нормальным то, что он не вернулся на смену ни в тот день, ни в последующие. Завод располагался в промзонах на окраине нашего городка. Камеры есть на КПП, а дальше все. То есть маршрут его отследить не представлялось возможным. Вот в 14:16 он прошел через КПП, а дальше никто его не видел. Прочесывали с собаками пустыри, в округе шатались волонтеры, но опять никаких следов. Был человек и нет человека. Со слов одногруппника в цеху бытовало мнение, что он просто решил выпилиться, вечно смурный, явно не так что-то в башке. Может, заебался в конец и нашел укромное место для прощания с бренной сущего. После его рассказа я, конечно же, сразу вспомнил своего коллегу. Была некоторая схожесть в этих историях. Проникнувшись всем этим, вспомнил кучу прочитанных обсуждений по теме и, набросав пару ебанутых идей, я решил поделиться этим со своей подругой детства. Мы с Надей не общались на тот момент уже пару недель. Когда я отправил ей длинное сообщение в мессенджере, приправленное мистической ебаниной, вроде «у нас в ебенях, походу, есть аномалия или завелась снег», она ответила быстро, но довольно сухо. Что-то вроде «сочувствую, ужас, конечно, надеюсь, найдутся». Я чё-то приболела. Я по традиции посоветовал пить чай, какие-то таблы и предложил привезти. Это все, если нужно, она жила одна в частном секторе. Ходить по случаю в гости друг к другу было нормой. Надя прочитала сообщение, но не ответила. Я не придал этому значения. Человек болеет, может, ему плохо было, уже знаем. Спустя пару дней я решил снова написать, узнать, как дела, как здоровье, но ответа я больше не получал. В общем, тут все в лучших традициях предыдущих историй. Никто ничего не знает, следов нет, мотив тоже особо не прослеживается. А человека нет. После пропажи Нади тревога перестала быть гостем в моей душе и стала постоянным жителем. Я перманентно ощущал вязкое беспокойство, чувство, будто что-то не так, то, что именно я объяснить себе не мог. Кроме того, пропал действительно близкий человек. И пусть я делал вид, что спокойно продолжаю работать и жить, чувство потери накладывало свой след на эмоциональный фон. Так уж получилось, что спустя примерно месяц начались события более глобальные, может, оно и к лучшему, не знаю. Не просто описать весь каскад последовавших событий, но я попробую. Я никогда особо не следил за мировыми новостями, да даже за отечественными, чего уж, но в какой-то момент в ленте на одном известном новостном ресурсе стали проскакивать сомнительные заголовки. Город Белогорск вымер
жители бросили свои дома. В окрестностях Саутгемптона обнаружены опустевшие деревни. Целый квартал в Ханое оказался полностью заброшенным. Остановилась работа части инфраструктуры города и т.д. Долго эти новости не жили, как будто их кто-то подчищал. Как я это понял, когда я скинул вечером в воскресенье одну из таких новостей в рабочий чат, сообщение было прочитано уже утром, когда все пришли на работу. Ссылка была битой, то есть этой новости уже не было. Загуглить тоже не удалось, никаких следов не нашли. Коллеги тоже видели нечто подобное, поэтому искали вместе, но пусто. Получая дополнительную тревогу от этих призрачных новостей, параллельно я время от времени отслеживал обсуждения на разных ресурсах по теме. Даже среди всяких плоских земель и рептилоидов попадалось что-то интересное. И вот там, что в РУ-сегменте, что в западном, иногда всплывали интересные обсуждения. Как и многие другие, касающиеся, например, политики, они оперативно терлись, но что-то я успевал читать. Вкратце, люди со всего мира делились историями о пропажах, похожих на описанные мной случаи. Обсуждали такие же исчезнувшие новости, которые попадались мне. Оказывается, это было по всему миру. Не знаю почему, но все это не вызывало у меня ни тревоги, ни страха. Просто интересно, как будто арка какая-то. Неприятно стало тогда, когда стали появляться и быстро пропадать посты о том, как кто-то уехал в командировку к родным девушке и т.д. в другой населенный пункт и обнаружил там полное запустение. Словно люди просто бросили все свои дела и дружно куда-то уехали. Даже не уехали, а ушли или улетели, не знаю. В некоторых таких постах упоминалось о том, что на улице полно машин, но совсем нет людей. Ниже цитирую несколько таких. Пост от пользователя Срашмастер на Пикабу. Звездец, мля, пацаны, я сам из Нижнекамска. Короче, поехал я к Роднев или Инку чисто пару недель отпуска потусить летом. Там же и природа, ёпт, и все такое. Короче, культурная программа. Окультурился, блин, пипец. Поезд на станции остановился, я вышел один, ну да хрен с ним, куда идти в курсе. Но только ни хрена там нет никого, пацаны, никого, сука. Хотел беляш заточить в вокзальной. Окошко ларька открыто, пасет тухлятина, нет никого. В магазинах на вокзале тоже, и тишина такая стоит. Капец, я аж прифигел. Пешкарем дошел до родичей, там тоже никого. Как будто свалили куда-то. Звоню, короткие гудки. Ну думаю, хрен с вами, дорогие. Подожду, посижу, я не гордый. А оно ж июнь, жарковато, придремал, короче. На лавке во дворе под солнышком. Очнулся, уже темнеть начинает. Думаю, ну мля, если б приехали, разбудили бы. В хату отсунулся, также никого, и тишина уже нагнетает прям, даже собаки срано не лают. Я в холодосе нашел пельмени, встрепал и решил заночевать у рутичей. Короче, как вы, наверное, поняли, к утру никого не появилось. Я в шоке, слегонца добрел до вокзала и уехал на первой елке домой. Сейчас спешу и че-то стремно. Все еще не могу дозвониться до них. Да че там стремно, я в АЕ. Че это такое вообще? Отпишитесь, кто видел такое. Пост от пользователя с ником Jane93Jane на Reddit. Мой перевод. Сейчас я в поисках работы на позицию менеджера по персоналу, и меня пригласила одна компания, не буду называть ее, мне кажется, это сейчас не так важно. Компания находится в Санта-Фе из Альбукерке. Мне ехать туда в районе полутора часов, и отправилась на собеседование в офис с этим утром на своей машине. Еще не доезжая до города, меня смутило то, что по пути я не встретил ни одной машины по направлению оттуда. А уже въехав в сам город, я обратила внимание, что улицы совершенно пустые, нет ни транспортного потока, ни людей на улицах. Я никогда такого не видела, вы можете это представить?
Чем ближе я подъезжала к офису компании, тем больше мной владевал страх. И в итоге я буквально в квартале от места встречи развернулась и поехала назад. Да, конечно же, я испугалась, но та обстановка, которую я увидела, не кажется мне нормальной. У кого-нибудь было такое? Прошу, дайте знать, я не понимаю, что все это означает. Сейчас я еду домой и не могу дозвониться ни до своего брата, ни до своих друзей в Альбукерке. И меня это тревожит. Ну и, наконец, пост от кого-то анонимного из моего города на Межборде, после которого я крепко задумался. Сап Аноны, на каникулах родики запрягли проведать бабку с деткой в деревне. Это вообще обычное дело, в принципе, на выхах тоже ездил иногда. Пушо там можно и на велике доехать до них. Пухуй на Дианон, мне реально стремно, и я хочу найти кого-то из моих пердей или кто просто чет такое видел и знает, че за хуйня. Короче, бабка с дедом че муршей живут, я с родоками возле Ельниковской рощи. Короче, Рил недалеко ехать. Ну так вот, поехал я на велике с утра, с собой взял ток попить и сникерс в магазе по пути взял. Пока ехал туда, все норм было, а приехал туда и пизда. Людей там, в принципе, никогда много не было. Но в этот раз прям пусто, как то было. Псы лают, воют во дворах, на дороге скотину увидел несколько раз. Но чтоб кто-то шел или ехал, нихуя. Доехал до дома бабы с дедом, во дворе никого. Кошка почему-то пересралась, меня и съебалась. В доме тоже никого, тихо, вокруг пиздец, трубку не берет никто. Точнее, не так, их трубки в хате лежали, а самих бабы с дедом не было. Но я потупил часок там, позалипал в YouTube, потом мне уже как-то не по себе стало, неуютно, хз, не могу объяснить. Свалил домой, короче, дома тоже прихуели мамка с батей. Сейчас они пытаются дозвониться старикам и знакомым с Чемурши. Я пишу тут, что это за хуйня? У кого-то было такое? Не пиздабол, если тут есть местные аноны, можем скооперироваться и вместе сгонять еще раз туда. Я хотел ответить на все эти посты, которые успел увидеть и заскринить, чтобы поделиться с кем-нибудь мыслями и обсудить. Но пока я набирал текст, отправлял, пост уже оказывался удален. Особенно я хотел ответить на последний, так как написавший был со мной из одного города. А в Чемурше жил мой двоюродный брат. Он занимался каким-то мелким хозяйством, насколько я знаю, но мы с ним связь поддерживали редко. Правдами и неправдами я нашел его контакты. Но, как можно догадаться, связаться не удалось, и я решился поехать туда лично. Не буду утомлять описанием поездки, но если коротко, это очень похоже на пост того анонима. Я воочию увидел эту пустоту, вернулся ни с чем и озадаченно встревоженный. Примерно в этот период и начались странности. Вообще, если оглядываться назад, кажется, что все развивалось довольно стремительно. Сначала на короткое время пропала большая часть эфиров. Это и стримы, и прямые эфиры на ТВ, и даже ведущие на радио. Потом часть из них вернулась, но по наблюдениям пользователей часто это были повторы старых эфиров. А что касается радио и стримов, было похоже на нейросеть. За исключением, конечно, местного ТВ и радио. Точнее того, что от них осталось. Примерно месяц-другой все было тихо, а потом на бордах и форумах стали появляться сообщения, похожие на шифры. Как оказалось, им шифры по какой-то причине недоступны, или они просто забили на это, посчитав просто шитпостом или какими-то мемами. Но именно благодаря этим шифрам удалось наладить коммуникацию с оставшимися. Тогда и выяснилось, что практически все новости на сайтах, все ТВ
и большая часть радиоимитация. Сейчас объясню. Кроме того, что я писал выше, про нейросети и повторы было огромное количество фейков. И буквально в течение пары недель после появления шифров фейки проникли не только в новостные ресурсы, но и в обсуждения и соцсети. Сейчас приведу несколько примеров. Новости Чебоксар продолжали стабильно появляться, как и сообщения с комментариями в местных пабликах и каналах типа «Подслушано». Но среди зашифрованных сообщений на бордах были от людей, бывавших там и успевших уехать. Там в городе царило такое же запустение. Аналогичные примеры с другими городами на Reddit были целые зашифрованные подборки со всего мира. В конце концов, не ответил ВК мой брат, как ни с чем не бывало, я хотел договориться о встрече, он всячески сливался, и я без предупреждения еще раз съездил в село, в этот раз с приятелем, что живет со мной в одном дворе, но там все выглядело еще более тихим и заброшено. После этого я решил не писать брату на фоне всего этого пиздеца. Не думаю, что писавший мне был моим братом. С одной стороны, мне было страшно, что вообще за хуйня творится. С другой, в интересное время живем хе. Но больше все таки страшно. Несколько недель все было более-менее ок на фоне нормального вещания средств массовой информации. Потоки ежедневной рутины, где изменений не было, иногда казалось, что все идет своим чередом. Даже стало меньше новостей о всяких войнах, конфликтах и криминале. Но перестали приезжать поставки в местные магазины и аптеки. Никто не мог связаться с кем-то вне города. Однако интернет все еще работал по-прежнему. И если читать все эти шифрованные сообщения и обсуждения, казалось, что это другой отдельный мир, похожий на какой-то постапок с рейдами, экспедициями выживших и обсуждением находок. Это действительно воспринималось во многом как арк, особенно на фоне того, что у меня как будто бы продолжалась обычная жизнь. Я ходил на работу, обменивался мемами в мессенджерах и просто общался. Покупал пиво по пятницам, а на завтрак покупал горбушку и творожный сыр для бутеров. В пятерке по пути домой по-прежнему играл в мобу с парой приятелей после работы. Смотрел смешные видосы или сериалы. Короче, простая жизнь простого человека. Я думал о том, что такова природа людская. Приспосабливаться к любой странной херне, особенно если лично человеку вроде бы нет никакой угрозы. Все эти шифровки были интересны, но читать их довольно утомительно, потому что их как минимум надо еще и расшифровать. Да и без учета этого стало возникать ощущение, как будто читаешь какой-то фантастический цикл, который очень уж затянулся и стал немного надоедать. Тревога и интерес вернулись после серии постов, от которых веяло чем-то более масштабным и трагичным, чем от обычных, о том, что очередное село или небольшой город почему-то пустуют. Первым был 4chan. Аноним в подробном длиннопосте рассказывал о том, что когда все это началось, он нашел себе так называемое хобби. Пытался найти какую-то инфу об этом всем в посещенных им пустых городах, а именно в мэрии, полицейских участках, иногда в редакции. Спустя время он все-таки нашел след в одном из правительственных учреждений. Не знаю, как он нашел эту инфу среди громадных объемов, всевозможных архивных отчетов и прочей документации. Он рассказал последовательно об всех отправляемых в космос радиосигналах, начиная с самого первого в 1962 году. Это был подробный отчет. Отдельно он прикладывал сканы документов, но они вскоре были удалены. Хронология сигналов заканчивалась в 2002 году. После этого текст напоминал какой-то фантастический триллер. Как сообщил аноним, в 2002 году на сигналы ответили. Вместо радостной новости для мирового научного и не только сообщества, факт ответа был засекречен сразу в ряде стран.
что конкретно было ответом, история умалчивает, но, как предполагает аноним, вскоре прибыли и те, кто ответ направил. С этим связывается немалая часть пропаж людей, начиная с 2003 года, когда по удивительному совпадению статистика этих пропаж стала куда менее позитивной и ухудшилась медленно, но верно вплоть до наших дней. К сожалению или к счастью, инфы о том, кто эти самые они, как выглядят, чего хотят и т.д. и т.п. не было. Это было уже что-то новое, споровшее рутину и пугающе интересное. Тред взлетел, много раз пересоздавался и копировался на другие ресурсы, конечно, в таком же зашифрованном виде. Люди вспоминали теорию темного леса, сетовали на ученых, цитата, в говне моченых. Стали возникать вопросы, если все так, то почему работает инфраструктура, спутники, электричество и т.д. Некоторые пытались проникать на электростанции и другие критически важные объекты, но тут, к сожалению, все заглохло. Некоторым проникнуть не удавалось, а те, кто смог, обнаруживали там работающее оборудование и пустые коридоры, кабинеты, цеха, шахты и т.д., а после переставали выходить на связь. Выявилась также закономерность. В первую очередь пустили маленькие городки и деревни села в области, крае, штате, префектуре или еще чем-то, а уж потом крупные города. Но по какому принципу строилась последовательность, то есть какой район будет первым, какой вторым и так далее, было непонятно, полный рандом. Почти сразу стали поступать подобные сообщения от соотечественников и китайцев. Тоже, дескать, нашли что-то подобное. Новых деталей не добавилось, но народ в нете был уже изрядно напуган и встревожен. Люди продолжали пропадать, оказалось, в геометрической прогрессии. Во многих еще обитаемых населенных пунктах уже остро ощущалась нехватка лекарств, продуктов и различных предметов обихода. Отважные жители, в том числе и в моем захолустье, вызывались ездить на экспедиции в соседние города и привозить что-либо, но возвращались не все. Казалось, что мир приспосабливался к очередному вызову. Спустя месяц стали появляться первые сообщения о том, что опустили локации авторов этих сообщений. Еще через 2 дня перестали работать интернет и сотовые сети. Еще через день, когда я, несмотря на симптомы ОРВИ, все же отправился на работу, увидел всего пару человек на улице, так же, как и я, растерянно оглядывающихся вокруг по пути. Офис был открыт, но там никого не было. Я не побежал домой, сломя голову. Нет, там никто не ждет меня. Кабинет моего отдела был на 2-м этаже. Я взял свою кружку с надписью «Change Your Way», сходил на офисную кухню, чтобы залить кипятком 2 чайных ложки растворимого кофе и 3 кубика сахара. Включил рабочий комп и открыл Word, чтобы написать этот текст. И написал, не знаю, что добавить в конце, слышу какой-то шум из коридора, а сейчас кто-то постучал в дверь кабинета, и голос Нади ободряюще выкрикнул, что уже пора, и меня все заждались.